Привет, друзья! Даже в йога-туре записываю для вас медитации в рубрику «Медитации недели». Это значит, что я делюсь с вами медитацией, а вы делаете это в режиме марафона каждый день, не пропуская ни одного дня. Это очень важно. И на этой неделе мы сделаем практику медитации, которая называется «Панч Грани Крия». Эта практика способствует изменениям. Изменениям, которые мы можем привнести внутри, исключить какие-то негативные черты характера, наши повторяющие паттерны поведения, которые приводят нас к расстройствам, к разочарованиям, ну или к недовольству, или к страданиям. И также эта медитация может дать нам силу изменять то, что находится вовне нас, то есть то, что находится снаружи. И, соответственно, мы можем меняться изнутри и менять внешнее пространство. Также это медитация активизирует наше дыхание, усиливая нашу прану, энергию нашего дыхания, и открывает диафрагму, та мышца, которая позволяет нам дышать и получать жизненную энергию. Итак, панч грани крия. Нам нужно сделать правую руку так, левой рукой обхватить запястье большим пальцем запястья, левым большим пальцем запястья правой, и расположить пальцы рук вот так. Вот так. На уровне лица мы располагаем эту мудру, локти немного в стороны, только кисти соприкасаются. И в этом положении мы будем делать дыхание огня через рот, скругленные губы. Быстрое, ритмичное, легкое дыхание ртом и вот такая поза. Вот. И так нужно делать 11 минут. За 11 минут вполне нормально, если у вас будет кружиться голова, ничего страшного. Если вы почувствуете, что такое легко измененное состояние сознания, вы поймаете, все хорошо, делаете 11 минут, в конце делаете вдох, задержка дыхания, и так задержку дыхания делаете 3 раза.